Всем привет! Я Костя Андреев, и сегодня вам расскажу про свой любимый трюк Дикей. Это очень простой трюк, которому может научиться каждый, и он не только для парка. Если вы умеете 360 и опустить вип, это максимально упростит ваше обучение. Начало дикейда очень схоже с 360. Вы также берете закрут, только в этот момент вы отталкиваетесь от рама. А концовка очень схожа с ловлей опусти випа. И главное, не бояться. Задание. Пришли видео с Дикейдом в своем исполнении.